На сцене челябинской драмы сегодня открылся Уральский театральный форум. 600 делегатов и гостей, директора Большого Владимир Урин и театра имени Вахтангова Кирилл Крок будут говорить, как и чем живут театры. А председателю Российского союза театральных деятелей Александру Калягину представили проект «Дома театра». Во-первых, это интерактивная карта, где вы можете узнать о театрах, где они расположены, чем они отличаются друг от друга, какие жанры и так далее. Вы можете примерить на себя костюм героев спектаклей, вы можете примерить на себя грим, все это в такой интерактивной форме, и выступить на сцене, причем записав это все на видео себе на память. Проект народному артисту России понравился. Если больше театров в регионе, если больше театров в городе, если есть дом театра, а тем более это с такой инновацией, со всеми креативными выдумками, тем лучше. Встречи проведут ведущие педагоги ГИТИСа, ВГИКа, режиссеры и хореографы. Руководители театров обсудят тему отношений с властью и зрителем. Модератор, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой.